Ребята, сегодня я снимала не в большом другом месте, но давайте не будем к этому придираться. Вот, ребята, вы, возможно, еще по заставке спросите. Кстати, всем привет-привет! Вы на канале Лаки Джеки. Не забудьте подписаться и ставьте лайк. Так вот, я хотела сказать, что вы, наверное, спросите, откуда я взял такую коробку? Пока еще акция не закончилась, вы можете найти там, где оно продается, карточки по очереди, по одной штуке, там 20 или 1 гривна. И вот это вы можете, вот, например, как у меня, вот, представьте ситуацию, лежит такие три. Вы перебираете сюда и можете взять домой коробочку. Вы можете ее как забрать, можете как просто держать дома, как если у вас коробки нету. Так давайте уже откроем. Сегодня будем открывать, не знаю, может это и самое большое число за весь второй сезон, а может и нет. Вот такая вот прикольная коробочка. Вот такая вот, мне она очень сильно нравится. Вот. Давайте уже откроем. Всего тут, ребята, 9 карточек. Начнем открывать. Первая карточка. Я в этот раз постараюсь не как бабушка, что все 30 тысяч. Это смешно было. О, повторка, тыгро. Эх, жалко, отложим. В левый бок, а новенький вправо. Вот это я понимаю. Так, второй способ. Так. Ой, ну не второй способ, а вторая карта. Опять повторка. Дай Джо, бабушкин любимчик. Следующая карточка. Мы тут будем по быстроте открывать. Так. О, нет, это повторка. Спадок продавный. По-моему, это повторка, ребята. А может, это новенькая. Поставлю сюда, потому что я уже точно не... По-моему, это повторка. Можно как повторка. Следующую открываем. Так. Вы напишите в комментариях. Может, я и ошибся. Так. Ай, что же я так мучаюсь с этой картой? Хоть посмотрим счет. О, боева сокира, по-моему, новенькая. Класс, первая новенькая. Так, следующую открываем. Надеюсь, это новенькая. Эх, брут, что ж у нас столько много карточек уже, что это не повторки. О, тут тоже немножечко, скажем так, не открыто, а просто ниточка. Вот такая карточка, боева сокира. Она у нас повторка. Она у нас вот такая. Кому нужно, фоткайте, можете у себя... Перепечатать и оживить, у кого нету. Так, давайте следующий откроем. Надеюсь, это будет новенькое. То это что за безобразие такое? 9 карток, одна новая. Сегодня что, не мой день? Сейчас всего лишь каких-то 2 несчастных карток. Я не понимаю, ребята, я шо? На Али какой-то? Я не понимаю, что это за безобразие? Это не тыгроны. Их уже скоро на стену можно будет всех приклеить. Что ж за кошмары? Издеваются над мной. Буйова сокира. И вы представляете, ребята, вот такое, кстати. За весь ролик только одна новенькая. Буйова сокира. Давайте уже, если ролик так быстро я все сделал, покажу вам, сколько много по всему. Смотрите, тут всего. Давайте я сейчас всех найду. Все сокиры. Вот, всего тут 3 боевых сокир, 1 спадок продавных, 1 брут и целых 3 тыгрона и 1 дайджо. Представляете? И всего лишь за целый такой, за 9 карток, 1 новенькая. Что за безобразие, ребят? Я могу, кстати, еще могу отправить вам по почте. Только знайте, в Россию, в Белоруссию. И во все другие страны я не отправляю, только в Украину. Смотрите, кому что нужно, только вот это я себе заберу, потому что это новенькое. Еще, если кто-то из вас напишет, ну, например, я, может, могу отправить или в Инстаграме показать фотки повторок, а вы там уже скажете, ну, можете напишите свою почту и все. Может, могу отправить, это не все повторки, еще скиф видосиков. На этом все, ребята, я сейчас подсчитываю, сколько всего у меня каких карт. Так, ну, сколько у меня вообще всех повторок. Смотрите, ребята, я каким-то странным образом распределю. У меня 5 тыгронев, 3 боевых сокир. Ой, нет, то есть 2 боевых сокир, потому что одна новенькая. Ну, или 3. 2 бруда, 1 рукавица силы. Потом 1 несчастная роза.
Потом Вершник Темрявый, кстати, это моя, скажем так, первая карточка, по-моему. И бабушкин любимчик, да, и Джо. И еще Хиггс и Спадок Правдавних. Я капну, потрескаюсь, но это новенькое. Вот, кстати, заменю. Пишите в комментариях, кому какая нравится. Ну, кто какую хочет. Только присылаю, запомните, присылаю только в Украину. Никуда больше. Ни в Россию, ни в Белоруссию, ни в какие другие страны. Вот такие вот у меня, ребята, повторы. Все, ребята, загружаем приложение. Так, звук скидываем, потому что вы знаете, как оно орёт. Да, новый персонаж, ширы-пыры. Не нужно нам это. Да, не нужны нам никакие настройки. Так, давайте в первую очередь покажу вам армию тигронов. О, одиночная игра. Смотрите, ребята. Ду. Давай, второй. Второй. Ой. Это кто? Мирель! Это же с первого сезона, смотрите. Прикол. Я не понял, что это такое. Ну, мы же не это хотели оживить. Мы хотели не армию тигронов, а мы вот что хотели оживить. Боевую сокиру, новую карту. Стоп, это повторка? Ой, ребята, оказывается, сегодня что ли? Стоп. Да, одни повторки. Давайте проверим. Вот это новенькое, это все-таки старое. Нет, тоже старое. Оказывается, ребята, все-таки три повторки. И это даже повторка. Вот столько у меня много повторок. Ух. Только, ребята, простите за те слова в том ролике, что я сказал, первый сезон забудем. Я знаю, что есть олды, как и я, которые там из первых и со вторых сезонов. Поэтому простите меня, что я что-то говорю. Я просто случайно скажу. Давайте почитаем все мои повторки. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 и 16. И всего у нас целых 16 повторок. Вы представляете, ребята? Крутяк. Я вам еще хочу показать мою коллекцию от ТВ-Арена. Только не в карточном виде, а в телефонном виде. Начнем. Вот, быстренько зашел в этот. Вот это. Смотрите, ребята, у меня есть, скажем так, частично все у меня. У меня частично все у меня, по-моему, только раз, два. Ого, две карты всего лишь не хватало. Да, у меня все есть, даже букет такой. Ну, вы видели, конечно. Кто совсем не видел, то посмотрите. У меня 42 из 56. И уже, да. О, кстати, вот Мирель, кстати, с которой я сражался, я не понял, что она забыла тут у нас в сезоне. О, вот эти. О, это что, самые такие... А, это ж точно, это ж крутячки в прошлом сезоне. Во, это самый слабый. Брут, он тут все начинает. О, какой он. Да, и тут такое все. Тут. Смотрите, ребята. Тут еще, о, какой. Ох, какой страшило. И вот такие карты есть. О, кстати, во, наш любимчик. Мастер Крокс. Который так красиво переливается. О, смотрите. Медведик. Вот это да. Вам стоп. Случайно вот эта штучка ничего не напоминает. У Асумы. Но она немножечко другая. Кто знает вот это, кто знает, что это, о чем я вообще имею в виду речь у Асумы, то пусть люди, которые смотрят аниме, напишут, знают, что... Ну, это не то, конечно, это немножечко другое, совсем не похожее. Ну, не знаю, ну, не похоже совсем. Вот такой вот у меня аккаунтик. О, дуэль. Что это такое? И вот такой, ребята, у меня аккаунт. О, кстати, коробочки. Вот, кстати, такая коробочка у меня и есть. Вот вы видите. Стоп, ребята, я не поняла. Почему тут первый сезон? Ребята, я не понял, почему? Посмотрите, это же из первого сезона. Как там его зовут? Подождите, давайте я зайду и найду его тут. Где ты? Во! Магар, стоп! Что ж тут Магар, я не понял, где он? Во! Что тут Магар забыл? О, у меня уникальная карточка.
А это я хочу придавить. Тут то же самое. Вот так, вот такой, ребята, у нас сегодня был ролик. Кстати, ребята, сегодня на улице пошел дождь карточек АТБ Арены. Вы представляете? А у вас на улице дождь карточек АТБ Арены? Пишите в комментариях. У меня вот какой дождь. И на этом, ребята, мы будем заканчивать. Всем пока-пока. Не забудьте подписаться и ставьте лайк. Пока-пока. До новых встреч.